Он просит коктейль. Ягоды есть, рецепта нет. Рецепт у двухголового парня. Нужно искать двухголового парня. О! Надо срочно учиться плавать. Ладно, я могу хотя бы позагорать. Вот только зайду за плавками. Эй, шевелись! Да-да, сейчас. Тут тебя ждут, между прочим. Я же говорю сейчас. Так, ну все, раз сам ты не выходишь, мы идем к тебе. Ой, идите отсюда, что вам нужно? Это что, желающий переодеться в плавки? И нам предлагают снова мини-игру. Надо помешать им пробраться в кабинку. Левая кнопка мышки, чтобы отдернуть. Только левая кнопка. Хорошо. Их все больше. Все, победа. Ноль пропущено. А здесь какой-то бар, похоже. Может быть, там у нас будет мороженое для Спанч Боба. Вот можно включить игру снова. А вот двухголовый парень. Классно. Пойдем к нему. Потом сахарный домик. На моей карте его нигде не было. Привет. Добро пожаловать в морские кони. Парень, ты крут? Да, я крут. Так что я, пожалуй, зайду. Если, конечно, ты, то есть вы не против. Прости, малыш, что наша бабуля и то покруче будет. Да, точняк. Да заткнись ты. А почему вы такие крутые? Ну, вообще-то... Да, забей ты на него. Вот, держи, малек. Это рецепт коктейля «Морская крутизна». Да от него даже мелюзга вроде тебя становится крутой. Ну а теперь пустите? Да не в жизни. Знаешь, для мальков есть кафе по соседству. Сахарный домик? Я тут хотел спросить, не хочет ли пара крутых парней сняться в суперблокбастере? Он реально блокбастер. Реальнее не бывает. Ну, мы согласны. Супер! Два актера по цене одного! Класс! А что теперь нам нужно соединить? Ура! Сработало! Так, коктейль для качка сделаем. И нужно взять мороженое. Кроме как с ним поговорить, больше нечего делать. О! Привет, Марвин! Как дела? Я рад, что ты все-таки пришел, Губка Боб. Почему это все-таки? Наконец-то ты признал свою детскую сущность. Но я не ребенок. Ты же в детском кафе. А, так это я по делу. Что тут самое вкусное? Лучше всего мороженое с медузьим желе. Но желе только-только закончилось. Хотя без него тоже вкусно. Можешь заказать себе порцию у прилавка. Ладно, а ты что тут делаешь? Я понял, что в душе я ребенок, и больше этого не стыжусь. Поверь, ты почувствуешь себя намного лучше, когда поймешь то же самое. Но я не ребенок. Ты хочешь сниматься в новых приключениях морского героя и очкарика? Посмотрим. На что? А это случайно не продолжение всяких дурацких переделок про морского героя и его друзей? Я не знаю, но если ты согласишься, морской герой и очкарик дадут тебе автограф. Ух ты! Я согласен!
Здорово, так, осталось приобрести мороженое. Мороженое, пожалуйста. Секундочку. Держи, малыш. Ну я не малыш. Соединяем. Ага, получилось. Ну что же, пойдем раздавать кому что. В древнюю лагуну бикини сначала. Так, а где он был-то? Туда, по-моему, на древних равнинах где-то. На, хавай. Губка Бубу. Мороженое! Вкусное мороженое с железомороженое! Держи! Я понимаю, голову тебе немножко приморозило, но ты случайно не хочешь сняться в фильме? Очень хорошо! Мистер Молодстейн будет ужасно рад! Так, и лагуна бикини. Сначала до бара. Держите ваш рецепт. Желаете морскую крутизну? Момент. Держи. Вот, клубника. О, супер. Спасибо, Губка Боб. Теперь я в норме и могу продолжить тренировку. Ларри, я знаю, что спасатели очень заняты, но ты бы не хотел сняться в фильме. А он про спасателей? Ну, вообще-то про супергероев. Тогда я согласен, если в перерывах можно тренироваться. Ну, похоже, у меня больше ничего не осталось, никаких заданий. И обследованы все территории. Наверное, это все. Пойдем снимать фильм. Выбор актера. Морской злодей. Кого выберем на роль морского злодея? Бабулю? Ну давайте я сделаю сначала стандартный фильм. Просто имейте в виду, что выбрать можно хоть кого. Злодей. Грязный пузырь. Пусть будет грязный пузырь. Ну на роль биолога выберем биолога. Шеф-повар, может, Губка Боб будет у нас? Еще кого-то не нашла. Морской герой. Пенсионера позовем. Чикарика. Коварный рак. На роль полицейского можно выбрать хоть кого. Ну, пусть вот этот будет. Репортер. Каскадер. Старшая медсестра Сэнди.
Реквизиты. Сцена первая. Любой душ выбираем. Самый крутой. Сцена вторая. Больше объявлений нет, кроме этого. Сцена третья. Еще какие-то были доступные варианты. Не знаю, травка. Конец вот такой выберем. Все, смотрим фильм. Какая интересная кнопочка. Ну, что ты на этот раз натворил? Морской герой! На этот раз я все-таки позвоню в полицию. Быстрее, бежим отсюда. Надо разобраться, в чем дело. Кажется, тут замешано зло. Зло? Скорее, очкарик, спешим к супер... Ты же выдашь наше секретное укрытие. Ах, да, верно, молодец, очкарик. К нашему секретному супергроту вперед! Лодкомобилю невидимки! Постой, давай посыпем его порошком, чтобы потом не искать. У нас совершенно нет времени! Давай иди и поспешим! Я чую зло! Зло! Это морской герой и очкарик. Они разнесли лежачий камень и собираются скрыться. Всем подразделениям догнать и задержать. Есть задержать. Такой диктор. При чем тут мой спецпояс? Совсем даже ни при чем. Я собирался спустить воду в туалете. А тут... Да что там говорить, если заслуженного злодея хватают за переход улицы на красный свет. О, вся эта затея с кражей здания этим двум придуркам и в голову не пришла. Пожалуй, полагаю, коварный рак-отшельник вновь взялся за старое. А он мастер своего дела. А какого дела? Ну, в общем-то, он ворует здание. Да уж, морской злодей! Они тебя случайно отпустили. Это канцелярская ошибка. И ты, грязный пузырь, видимо, тоже. Идем же вершить злодеяние. А, это зло? Зло! Зло! К лодкомобилю невидимки! Давай-ка найдем след коварного рака-отшельника в лежачем камне. Вперед! Богопада, водите кого-то на котель, отдана, не вода, куда дать, мотритесь, отел, котя, это за тут, идёю. Мне мало одного жалкого дома отдыха на спине, мне нужно больше. Весь город должен быть моим, вся страна, весь мир. Мы хотим поприветствовать тебя в новой обители. Да, в обители зла. И если что-нибудь понадобится, можешь обращаться. Вот, устройте отвлекающий маневр для тех идиотов, что хотят меня остановить. Теперь они пробудут там достаточно долго. Никаких зацепок. Верно подмечено, очкарик. Похоже, пора нам встретиться с тем, кто насквозь видит всех жителей лагуны Бикини. Это ты про врача-рентгенолога? Да? Ох, нет. Я имею в виду шеф-повара. Может, он и из простых, но иногда лишь тот, кто смотрит на жизнь просто, способен постичь ее истинный смысл. Ух ты, это действительно глубокая мысль. А? Что глубокая? О чем это я? Да.
Что-то я о нем слыхал. А что именно? Ну, он вроде как такой коварный. Да, исчерпывающая информация. Да, и еще один вопрос. Как там мой мясной рулет? Не готов еще? А теперь, пока этот тупой злодей и глупый пузырь заняты, пора немного расширить жизненное пространство. Думаю, этот план понравится нашему новому соседу. Да, грядут великие времена злодейских свершений. Не с места, глупцы. Наша жертва находится во власти этого гениального чуда техники. Да, еще шаг, и мы поджарим девицу, как индейку. Что? Идиот, тебе ее спасать надо. Но почему я должен вам все разъяснять? Идем, грязный пузырь. Приглашаю тебя насладиться божественным дымящимся напитком из кофейных бобов и отведать восхитительных профитролей. Эх, кофе и пончики. Приглашаю в гости на кофе с пончиками. И почему я с тобой еще общаюсь, сам не знаю. Похоже, ее собрались обвалять в муке, слегка приправить, посолить по вкусу и жарить до образования хрустящей корочки. Не волнуйтесь, дамочка, мы вас сейчас освободим. Оказывается, коварный рак-отшельник отправил нас сюда, чтобы спокойно украсть наши тайные укрытия. Какое коварство? Предлагаю временно объединиться, чтобы сломить силы коварного врага. Уважаемый солений из растений, как биолог, скажите нам, есть ли какие-то слабости у коварного рака-отшельника? Прежде всего, высший вид – ракус бездомус. Что? А ну, говори нормальным языком. Не то я сделаю из тебя паштет и намажу на свой утренний бутерброд. Обожаю бутерброды. Так вот, высший вид ракус бездомус или рак-отшельник. Один из самых выносливых. Но, к счастью, у него все же есть одна характерная слабость – перец. Из-за аллергической реакции коварный рак-отшельник начинает неудержимо чихать. Вот так. Отлично! На решающий бой! Вперед! Богатая, убедите кого-то, кафетана, девати кондона, вода телкана, эту зазатуя, Макдарегу. Твоей тирании и коварству конец. Так, так. И вы искренне верите, что ваш жалкий союз сможет меня остановить? Наш совместный натиск сокрушит тебя раз и навсегда. От нас тебе уже никогда не скрыться, коварный рак-отшельник. Довольно. Сейчас я обрушу свою истинную мощь во всем ее коварстве. Нет! 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 Под нашим напором тебе не устоять! Ты за это заплатишь! Ха! Улитки и то лучше дерутся. Секретное оружие к бою! Да, теперь пока он занят. Нет, нет, нет. Как вы узнали? Опчхи! Моя единственная слабость. Опчхи! Пс, морской злодей! А дальше что? Что ж, сражались вы хорошо, благодетели. Но теперь позвольте откланяться. Идем, грязный пузырь. И да свершится, как встарь, наш зловещий замысел. Уа-ха-ха. Да, развеем этот слащавый привкус добра. Уа-ха-ха. В старые добрые времена. Я сейчас заплачу. Кажется, все вернулось на свои места. Да. Может,
подтянешь уже штаны? А? Всему свое время, очкарик! Всему свое время! Попался! Нет! Прошу вас! Только не забирайте меня туда! Прошу! Сдайте меня в полицию, в тюрьму, хоть научным фантастам, но только не туда! Морской герой и очкарик в лежачий камень! Живо! Да! Вот такой фильм они состряпали. Тут можно посмотреть фильм еще раз, поменять роли. Но не будем. Так что вот так игра закончена. Можно походить еще по локациям. Пособирать реквизит, например. Либо можно выйти в главное меню. Сейчас посмотрим. Вот. И поиграть в мини-игры. Так что вот такая игра «Свет, камера, штаны». Если вам понравилось мое прохождение, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Увидимся с вами, пока!